Всем привет, ребята, вы на канале Crypto Commons, и даже не знаю, с чего начать. Такие движухи происходят на крипторынке. Ну давайте начнем, наверное, с важного предупреждения, что на графике BTC Dominance, доминации биткоина, на дневном и на 4-часовом таймфреймах появилась бычья дивергенция. Вот, видите, бычья дивергенция, здесь зеленые точки, здесь цена идет ниже, но на индикаторах идет наверх. Так что, короче говоря, возможно, это знак на отскок, но это не точно, потому что, обратите внимание, у нас и здесь были такие же дивера. Вот у нас тут был похожий дивер, видите, но он не отработал. Ну, в краткосроке он отработал, но потом мы улетели еще ниже. Поэтому для true-ходлеров, true-альткоин-ходлеров, смотрите на более долгосрочную картину, на недельный таймфрейм, и понимаете, что, ну да, может быть, сейчас кто держит альты к битку, именно это влияет на альты к битку. Может быть, мы увидим отскок, о котором мы и говорили, и вы увидите красный PNL неделю-другую, там, или несколько дней. Но в целом это все, скорее всего, тузы дно, потому что альтов много, они все стреляют, и альты к битку, альтсезон явно еще не закончен. Я практически уверен, что мы пробьем вот этот лоу 2018 года, конца 17-го, начала 18-го года, и улетим еще ниже 35 или даже 30% по доминации. Но это чисто мое мнение, как бы вы думаете своей головой. Опять же, кто торгует альты к доллару, это вообще никак не должно затронуть, потому что доминация может отскакивать на растущем рынке к доллару, альты к биткоину могут попадать чуть-чуть на растущем рынке к доллару. Понимаете, да? Потому что, смотрите, вот на часовике, вот видите, мы видим такие отскоки, и в этот момент альты к битку дешевеют, или вот такие отскоки. Но на долгосрочную картину это не влияет, потому что если мы уберем часовик, то мы видим, что все падает, как падало, так и падает. Поэтому слушайте, ну о чем тут говорить? Потому что эфириум, посмотрите на это, эфириум буквально вот как я вчера вам рисовал, как только пробил 3000, сразу устремился экспоненциально наверх. И сейчас начинается просто мега фома в эфириум, институциональная, и скорее всего он полетит еще выше, и скорее всего он утащит за собой биток, и биток пойдет наверх, и все, весь рынок к доллару тоже скорее всего пойдет наверх. Поэтому еще раз говорю, альты к битку только могут просесть ненадолго, и сильно париться по этому поводу не нужно. Тем не менее, пока этого не наблюдается, и мы видим, что эфир к битку тоже, посмотрите, как фигачит наверх. Но эфир к битку-то понятно, потому что вот, глядя на CryptoBubbles, мы видим, что к биткоину очень многие монеты зеленые, практически все монеты зеленые. Да, за исключением USDT, потому что доллар падает, как я вам уже объяснял, крипта растет. И запампленных монет, которых я говорил вам остерегаться. Solana, вот этот вот RR, какой-то пират-коин новый. И вся вот эта тема, которая сильно стрельнула. Но если вы посмотрите к эфиру, а не к биткоину, к эфиру почти все монеты красные. Понимаете, как, почему важно смотреть не только даже к биткоину, а к эфиру. К эфиру мы видим, что эфир классик, true, настоящий эфир растет, чего и требовалось доказать. Ну и еще пару монет каких-то растут к эфиру. Ripple там, ну Matic вот неплохо вырос, OKB, Waves. Но при этом очень много монет падает к эфиру, так что это означает, что эфир растет быстрее. Если мы посмотрим к доллару, конечно же, тут все будет зеленое. Это можно даже не смотреть, потому что доллар скамится и падает. Так что, guys, все как мы ожидали, все по сценарию, вообще как по учебнику просто идет. Пока не наблюдается этого отскока доминации, потому что profit loss зеленый. По альтам к биткоину, вот даже за сегодня зеленый. Альты к битку зеленые, как мы видим. Так что, возможно, мое личное мнение какое по доминации биткоина. Возможно, еще какая ситуация, что будет все-таки отскок доминации. Будет отскок доминации, но он может не коснуться тех самых альтов, которые мы с вами подбираем со дна. Лайткоинов, Дашей, Зикэшей, всех вот этих стелларов, тех, которые реально внизу. Мы вчера об этом видео говорили. Потому что этот отскок, он может случиться за счет того, что будут дампить Solana, Malana, всю вот эту историю, понимаете? Все перекупленные альты, Dogecoin, этот самый, вон они уже пошли, BTT, какой-нибудь там, ну Doge пока еще пампится. Все вот эти вот перекупленные шлак, DeFi-ный, могут начать дампить, и тогда доминация отскочит. Но тот же Dash, например, или там ETC, он настолько мал, что его даже не видно будет здесь, потому что, ну там капитализация, понимаете, от доминации там, ну, меньше 1%. Соответственно, альты к доллару и к битку тоже могут начать сильнее расти сейчас. Bitcoin Cash, Dash, Litecoin, они начнут стрелять и еще сильнее, чем биток. Но вы этого в графике доминации даже не увидите на отскоке, понимаете? Доминация это же по всем альтам берется, а не по каким-то отдельным.
А также, друзья, представляем вашему вниманию трейдинг-бота трейдинг-консоль. Трейдинг-консоль — это автоматизированные торговые системы, которые помогают новичкам и профессионалам зарабатывать больше и стабильно на рынках. Трейдинг-консоль торгует на выбранной вами бирже от вашего имени через API-ключи. Вот, нажимаете «Начать торговлю». И здесь вот вы, как видите, все популярные биржи: Binance, Binance Futures, Binance Margin, BitMEX, Bittrex, KEX, Coinbase, HitBTC, Kraken, KuCoin, OKEX, Poloniex. Эта платформа уже на протяжении 3 лет помогает трейдерам получать стабильную прибыль. Торгуйте одновременно с разных биржевых аккаунтов. Гибкая настройка, служба поддержки, юзер-френдли пользовательский интерфейс. И по ссылке из описания вы получите месяц подписки на этого бота совершенно бесплатно. Так что, ребята, если вы заинтересовались, зацените трейдинг-консоль, ссылка в описании. Ну а мы продолжаем. Вот из спотовых монет на самом деле очень круто выглядит монета Aion, или как правильно она произносится, Aion. Посмотрите в долгую на ее график, это абсолютный крышеснос. Aion, я думаю, что это мульти-иксы в ближайшее время, ну как минимум какой-то отскок вот такой. Это даст там 1000%. 1000%, дисклеймер, не финансовый совет, после вот такого мультинедельного месячного дивера. 1000% на монете Aion можно срубить на споте без всяких плеч. Думаю, так. Вот, из новостей что у нас? MetaMask предупредил о появлении нового фишингового бота. Разработчики эфир-кошелька MetaMask, по которому, кстати, на днях мы сделаем обзор и выложим, как пользуется MetaMask, Binance Smart Chain и все остальное. Я только вчера начал разбираться и добавил свой MetaMask Binance Smart Chain. Вот видите, у меня уже тут есть 0.22 BNB. Я готов к PancakeSwap и ко всему остальному. Так что скоро выпустим по этой теме урок. Короче, предупредили о появлении нового фишингового бота, который крадет сид-фразы. Так что будьте осторожны. Согласно сообщению, бот перенаправляет пользователей на сайт, якобы принадлежащий службе поддержки. Им предлагается в Google Docs указать секретную фразу. Ни в коем случае, guys, ни в коем случае никому никогда не указывайте свою секретную фразу. Ни в коем гребаном случае. Потому что сами знаете, что бывает. Ну и раз уж мы заговорили о скам-алертах, обратите внимание, как выглядят скамеры. На нашем канале с нашей аватаркой, но здесь чуть-чуть другая аватарка, и видите, какие-то умляуды вместо букв. Пишут вам свои WhatsApp, инвестиции в биткоин, криптовалюты. Это все галимый скам. Мы никогда, обратите внимание, мы когда отвечаем, у нас в овал обведенное название канала. Мы никогда не просим вас в WhatsApp и вашу криптовалюту. Это все галимые мошенники. Ни в коем случае не ведитесь, ставьте им дизлайк и отправляйте их в бан, если вам кто-то пишет от нашего имени. Также в Телеграме тоже от моего имени, если кто-то пишет, это точно не я. Вот. Ну а так что, в целом To The Moon, эфир To The Moon, Ripple To The Moon, все To The Moon, да, что же скоро будет To The Moon конкретнейший, и Bitcash, и ETC уже To The Moon'ит, поэтому даже не знаю, что тут говорить, все и так понятно, видно. Прекрасно. Так что, гайс, вот такая вот история, не финансовый совет, дисклеймер, все мега супер по бычьи выглядит, но, конечно же, в такие моменты нужно быть начеку и всегда ожидать коррекции, потому что коррекция приходит внезапно из-за угла. И даже несмотря на то, что все здесь выглядит побычье, посмотрите, вроде бы вот уже была коррекция, отбились. И сейчас вероятнее, конечно, будет следующий заброс наверх, экспоненциальный памп to the moon. Но, тем не менее, всегда мы можем отвергнуться и улететь вниз. Поэтому ставьте стопики, используйте грамотный риск-менеджмент. И не отрицайте, пожалуйста, никогда того, что цена может пойти как вверх, так и вниз. Несмотря на то, какие бы бычьи знаки вы не видели, будьте осторожны. Про доминацию предупредил, по эфиру поднимаем бокалы. Мы так долго этого ждали. Но еще раз вам говорю, вы помните, что никто не верил в эфир даже по 1500? Вот здесь вот все продавали и фиксили прибыль. Никто, я уж молчу, по 2500 все продали, по 3 все шортят. Там ликвидации просто сейчас море. И обратите внимание, что происходит. И дисклеймер, конечно, не финансовый совет, но сами откройте у себя график ETC, график Dash'а. И посмотрите. И судя по чату, я вижу, что все сейчас продают Dash. Не верят в него, говорят, да ну нафиг на булране, ваш Dash ни хрена не принес иксов. Но вы посмотрите на это, посмотрите на то, куда он сейчас идет. Посмотрите на объемы зеленые. Посмотрите на Money Flow индекс, который только-только сейчас зеленеет. И сейчас действительно все хомяки его продадут, и мы полетим. Поэтому всем большущего-большущего профита. Полетим, кстати, еще гораздо выше. С вами был Flow Lounge, Green Joy, канал CryptoCommons. И скоро увидимся в следующих видео. Пока.